Мистер Хрю, печка, верстак, монитор 1, так, монитор 2, монитор 3, ноутбук, камера, так, клетка рататуя, так, кровать, а, блин, сундук, совсем забыл, последнее, так, ну-ка, дружочек, дружочек, давай, иди сюда, ой, главное тебе донести и не уронить, так, давай, 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 и опа, все, сундук на месте, так, ну-ка, так, стоп, а где рататуй, рататуй, ты, стоп, где рататуй, я что-то не понял, стоп, я его... Я его что, туда сажал? Ратуй, ты где? Так, я что-то не понял, ну-ка, ратуй! Ты, о! Ёшкин матрёшкин, о! Всем привет, ребята, с вами, как обычно, Паша, Влэйзи, и, ребята, я решил сделать ремонт своей квартиры. Я, как раз, знаете, взял все, вынес аккуратненько, так замечательно, ребята, вот, и решил вот просто сделать космический ремонт своей квартиры, поклеить обои, там, новые стекла сделать, то есть, ребята, какие-то старые, допустим, новую комнату для рататуи сделать и так далее. Кстати, ратуй, давай это, слезай сюда. Так, ребят, ну-ка, что у меня тут, все на вместе, так, железный топор и один алмаз. У меня их было 5. Так, я что-то не понял. Подождите. Господи, я же Иванычу долг давал, ё-мо, 4 алмаза. Так, ребят, давайте быстрее к Иванычу. Как раз-таки этот шлёпик должен мне отдать давно долг. О, он как раз-таки дом. Так, ребят, давайте заходим. Иваныч, привет. О, ты даже сразу мне решил отдать свой алмаз, да? Ну ладно, короче, 3 штуки забыл это, короче, отдать. Ну ладно, я потом зайду, давай. Иди сюда. Этот алмаз может тебя убить. О, в смысле убить? Тихо. О, что с ним? Что с ним? Почему? Что это за алмаз? Это ты мне фальшивку дал или что? О, боже мой, какой дурачок. Это настоящий алмаз. Просто он не стабилизирован. В смысле не стабилизирован? Так стабилизируй его. Мне же его надо как-то забрать. И тем более, зачем ты у хакера такой алмаз украл? Я чуть не понял. И почему он не стабилизирован вообще? О, боже мой, это не хакерский алмаз, это обычный алмаз. Он просто не стабилизирован. Не стабилизирован из-за того, что рядом в деревне черная дыра, блин. Какая черная дыра? Какая еще черная дыра? Ты че? Ну так, давай это, свой алмаз убирай куда подальше, вообще. Нафиг оно надо? Ты че, черная дыра? Нас все схавает. Да, я знаю, и поэтому я построил для себя бункер. В смысле ты? Ребят. Бункер там еще всем построил. А можно я с тобой? Можно я с тобой, Иваныч? Как раз-таки у тебя есть бункер большой, я вижу. Не-не-не, он на одного человека. На одного человека? В смысле на одного? Ты издевай! Так, ладно, блин, Иваныч, понятно, все. А если мы выживем, ты мне должен, короче, еще 4 алмаза. Так, все, ребята, валим отсюда. Это просто капец, ребята. Иваныч сказал то, что рядом с нашей деревней в этой местности обитает черная дыра. И скоро она всех захавает. Видели, там алмаз, он не стабилизирован. Блин, капец. И вот надо было вот именно в черной дыре выбрать такой день, где я буду, ребята, устраивать капитальный ремонт в своей квартире. О, боже мой, ребят, блин, а может это последний ролик? Ребята, нет, ребята, это полный капец. А если вдруг это последний ролик? Мы с вами что, никогда больше не увидимся? Меня засечет черная дыра? Ребят, давайте так, вот просто каждый, вот абсолютно каждый, поставьте лайк этому ролику. Подпишитесь, ребят, на мой канал, сделайте красную кнопочку подписаться, серой. Вот реально, друзья, если вы подпишетесь, мне будет очень приятно. А если мы на этой серии наберем 2000 лайков, то это вообще будет прекрасно. Так, ребята, блин, не знаю, ну-ка, может... Точно, ребята! Блин, нет, я думал сейчас, знаете, вот так взять, как убежище устроить свой дом. Ну, не, это фигня, блин. Ребят, тут без креатива просто не обойтись. Так, ребята, вводим креатив, так. Мистер Хью, давай, иди сюда, так. Рататуй, ты тоже иди сюда, давай, аккуратненько. Так, значит, что? Ну, ладно, ноутбук, ребята, чтобы видео можно было снимать. Короче, сегодня, ребята, в серии мы будем с вами строить бункер от черной дыры. Так, вот только из чего бы, давайте, наверное... Блин, черная дыра, это очень жестко, ребята. Вот это очень экстренный случай. Так что, ребят, давайте поставьте лайк, и все будет хорошо, надеюсь. Так, смотрите, значит, черная дыра. Я не знаю, блин, я не знаю даже, с какой стороны. Она будет... все хорошо. Так, Рататуй, давай не падай. Короче, блин, стой и сиди на месте. Блин, тут мне панику не устраивает. Так, ладно, ребят, давайте быстрее, короче, будем делать наш бункер. Главное, чтобы черная дыра, ребята, быстро к нам не пробралась. Короче, ребята, я думаю сделать бункер, но небольшой. Сделать, короче, ребят, там комнату, наверное, для роликов, да, как бы, где я буду записывать ролики для вас. И, скорее всего, наверное, спальня, там, не знаю, печку. О, еды, ребята, надо очень много, короче, взять. Короче, все, ребята, мы делаем наш бункер. Ну, это просто же черная дыра. Это, ребята, блин, ну это жестко.
это очень жесткий. Надеюсь, ребята, вы поставите все лайк. Так, ребят, давайте, значит, вот так вот мы сделаем. Либо же, ребята, блин, я вот думаю, вот все ли из бедрака-то делать? Хотя, ну, ребят, думаю, вот нам надо небольшой бункер, где-то вот столько, наверное, да, ребята? Вот, ну, вот думаю, вот так. Не, ребят, я даже придумал, нам надо двойной слой бедрака. Реально, друзья, слушайте, вот это реально будет очень жесткая тема. Так, ребят, давайте мы вот так поставим бедрок, так, опа, и тут будем писать, ребята, сет бедрок. Вот так пишем, так, все, ребята, вот так берем и просто накладываем везде наш бедрок. Так, и даже вот это все вот это накладываем. Так, все, ребята, аккуратненько пролистываем и смотрим. Так, ну, в принципе, ребят, а если двухэтажный бункер сделать? Это вообще будет круто! Так, ребят, давайте реально двухэтажный бункер сделаем. Один будет у нас на поверхности, а другой, ребятки, у нас будет, например, ну, под землей уже, да. Так, ребят, давайте тут прокапываем. Ну, бункер у нас довольно-таки, знаете, небольшой получится. И мне кажется, это реально очень хорошо. А, ребят, а напишите в комментариях, что бы вы делали, если бы вдруг вот у вас, ну, черная дыра, блин, это в мире Майнкрафта выскочила, и все! Это ж конец света, мне кажется. Так, ладно, ребят, давайте будем вот так вот бам. Так, будем вот так вот бам. Так, ребята, желательно даже вторые слои делать. Но это мы потом займемся. Так, вот у нас уже второй, ребятки, этаж появился. Так, вот тут можно уже, ребята, вот так сделать. Опа, и сет ноль. Так, вот так бам, бам, и вот так вот бам. Так, ребята, все смотрим. Так, о, и, ребята, вот это тоже надо бедраком. Главное, ребята, чтобы это все было из бедрока. Хотя я даже не знаю, вот черная дыра, она сможет ли сломать бедрок? Потому что если да, то это все, это конец света. Это реально будет конец света. Так, нам бы, знаете, еще бы... Ребят, я придумал. А если сделать специальную, короче, вышку, на которой можно будет смотреть, вот как черная дыра вообще развивается. Реально, друзья, смотрите, мы возьмем и сделаем вот такое вот стеклышко. Вот так вот возьмем, специальное стеклышко сделаем. Так, Рататуй, давай отходи тут. Короче, сделаем специальное стеклышко для того, чтобы можно было смотреть, как черная дыра всех уничтожает. Как раз таки и вам будет видно, и мне будет видно. Так, главное, ребят, чтобы я все успел. Так, ну-ка, нам бы взять какое-то, наверное, стекло такое, знаете, бронированное. Прям очень жесткое. Так, ну-ка, тут нету. Так, ну-ка, стекло. Так, вот тут есть... реакционные камеры, ребята, слушайте, вот такое, наверное, стекло, мне кажется, нам по-любому подойдет. Как раз таки это, ребята, стекла, которые используют в атомных и электростанциях, или там вообще на атомных испытаниях, и мне кажется, это самое то. Так, ребят, ну, в принципе, вот так поставим, наверное, и тут у нас будет такая небольшая лестничная площадка. Так, хорошо, так, вот тут, ребят, только нам надо сделать какую-то крышу, и желательно, ребята, сделать ее очень жесткой. То есть вот так берем, вот так вот, так, сет, так, ну-ка, сет, бедрок. Так, вот так все ставим, и, ребят, давайте еще, вот это, вот, еще слой, так, вот так, бам, и вот так вот, бам, так, вот так, извиняюсь, так, вот так, бам, и, ребятки, еще вот тут поставим, все, слушайте, вот только, вот сделаем, вот знаете, как гриб, вот так гриб в форме гриба, так, все, вот так ставим. Слушайте, ребят, поставьте реально лайк за такое убежище. Это просто жесть. Так, все, ребят, вот эти уголки мы снимаем и... Блин, прикольно, слушайте, реально дом Патрика какого-то. Так, ладно, хорошо, ребят, теперь, как мы уже сделали, ребята, этот, короче, так, крышу, все, мы сделали бункер. Так, Рататуй, иди сюда. Так, мы вот так берем и, ребята, все на самый нижний этаж, потому что именно внизу будет самое безопасное место. А, так, ребят, давайте возьмем так печку, я думаю, так, печку возьмем. Так, возьмем, так, верстак, что еще. Так, для Рататуя клетка нужна. Так, что это, компьютер, так, компьютер я взял, так, все взял. Блин, не знаю, ну-ка, давайте сундучок еще возьмем. И все, и полетели быстрее в наш атомный бункер. Так, ребят, спускаемся вниз, все у нас должно быть внизу. Так, клетка для Рататуя, так, Рататуй, тут, ты где? Так, ты давай, это, туда дуй. Давай, туда дуй, все. Так, Рататуй в клетке, он уже в безопасности. Так, ребят, вот тут у нас будут очень-очень много печек, желательно прям штук 100. Так, а вот тут, ребята, будут у нас всякие различные верстачки. Так, и вот тут, ребята, блин, нет, вот тут лучше мне, ребята, лучше как-то спать уже. Так, ну-ка, давайте у него проигрыватель и поставим его, ну, например, даже не знаю куда. Ну-ка, вот так вот мы его поставим, короче. И потом, ребят, нам нужна какая-то уже кроватка. Вот красного цвета, мне она нравится. Так, ребят, ставим двухэтажную кроваточку. И теперь... Мистер Хрю. Ё-моё, мистер Хрю, совсем тебя забыл. Так, ребят, давайте берем мистера Хрю, и ты пока что будешь у меня на клетке с Рататуем. Так, лестница, ребятки, я же совсем забыл про лестницу. Так, все, давайте поднимаемся наверх. Так, тут у нас на этом этаже будет вообще смотровая, наверное, комнатка. И, ребята, даже не знаю что, наверное, может, запасы сундуков.
Реально, друзья, слушайте, давайте, наверное, тут запасы сундуков будут различные. Тут будут еда, вода, там и так далее. Будет все это складываться. Так, ну-ка, вот так мы ставим это. Так, что бы еще можно было для уюта ковер. Да, для уюта почему бы нет, ребята? Потому что, ну, почему бы реально и нет? Так, ребята, для уюта мы коврик вот тут ставим, чтобы нам было тепленько ходить. Так, вот это мы уберем и все. Слушайте, ребят, а вот это реально достойно вашего лайка. Мы берем, забираемся и смотрим, как тут черная дыра всех уничтожает. О, боже мой. Так, а точно люк, ребята, люк совсем забыл. Нам же нужен тоже люк, ребята, вот этот, знаете, задвижной, который... Так, ну-ка, мы его можем поставить, например, вот так вот, да? Мы его ставим и спускаемся, ребята. Слушайте, поставьте лайк, кто еще, ребята, не поставил. Это очень жестко. Так, начитаем, закрываем. А, освещение, ребята, совсем забыл про освещение. Так, у нас будет освещение факела, наверное, да? Так, вот так ставим. И вот тут тоже, ребята, освещение факела, факела, факела. Все замечательно. Так, что бы еще, ребята, можно было бы взять? Не знаю, вот против черной дыры. Это ж вообще жесть! Блин, а что добавить-то? Ну-ка, может, картину точно? Вот картина, картина. Так, ну-ка, картину. Ну-ка, вот сюда. Не такую. О, боже мой, да не такую-то большую. Ладно, пусть черепок. Так, ну, тут пусть. Это так, ну-ка, а тут? Вот тут и вот так, и вот так. Так, все, хорошо. Закрываем. Так, а, стоп, а что так полагает Майнкрафта? Я что-то не понял. Так, ребят, что добавит? Реально лагает Майнкрафт. Офигеть, ребят. Ребята, черная дыра приехала. Реально, ну-ка, ребят, давайте подлетим. Жители, дурачки, бегите отсюда, вам же всем хана. А, ну, она вроде как, ребят, не притягивает. Да, нет, притягивает еще как-то. Ребята, бежим, Надик. Офигеть, ребята, смотрите, просто блоки уничтожаются. Так, ребята, давайте лучше, так, ну-ка, засядем в нашу офигенную коморку. Так, ребята, ну-ка, и тут уже надо все застраивать. Так, ну его нафиг. Так, ну-ка, ребята, наше убежище. Так, все, ребята, ставим. Ребят, точно, я знаю, как еще делать. Сделать, ребята, вот небольшое окошечко. Вот так возьмем, сделаем, и вот даже вот так вот сделаем небольшое окошечко. Все, идеально. Ребят, мы будем наблюдать просто за черной дырой. Так, и вот это мы закрываем. Все, ребята, теперь это наш дом на... Я не знаю, насколько. Может, вообще мы сейчас этот дом просто не выдержит. Ух, ребят, ладно, главное не волноваться. Ребятки, я не знаю, что происходит, но Майнкрафт просто дико лагает. Так, ну-ка, давайте, ребята, ой, тихо. Вот что, у меня люк даже открылся. Так, ну-ка, ребята, если... Мой бункер разорвало. Ой, ребят, смотрите, черный... Суп, там больше черных дыр, чем я думал. Ребята, это жесть. Ё-моё, офигеть. Тихо, бедрок. Ребят, застраиваем. Так, тихо, ребятки, вай. Боже, быстрее, план Б, ребята. Так, тихо, аккуратненько, хотя нет, блин, Рататушечка, я тебя спасу. Так, ну-ка, давай, иди ко мне на ручки. Ай, Рататушечка, ты что, поднимайся. Так, ну-ка, мистер Хрю, тоже иди сюда. Пацаны, мы валим, давайте. Закрываем, ребята, быстрее закрываем. Так, ну-ка, да, упал. Так, все, быстрее вылетаем. Так, ну-ка, вылетай, конечно, наверх, это глупо. Ну, ребят, это просто жесть. От нашего бургера ни хренашечки не осталось. Это жесть. Так, главное, ратушка, держи. Держись. Так, ну-ка, ребят, давайте лучше новый бургер застроил. Точно, ребят, я знаю, что никогда не сломает вот ни единая вообще черная дыра. Ребят, смотрите, мы берем сейчас с этим бедрок и, ребята, еще с этих сторон надо еще постолько же. Так, ну-ка, вот так, бам, и вот так вот. Бамсак, и вот так, еще вот так, бам. Так, ну-ка, ребята, я не знаю, сколько у нас уже слоев получается, но это просто жесть. И вот так, ребята, хоба. Все, ребят, мы вроде как спасли. Так, ратушка, давай, слази сюда. Давай, слазь, ратуй, ты где? Тёма, ничего не вижу, блин. Вот с освещением бы тут поработать, естественно. Так, рататуй, давай, слазь. Ё-моё, ребят, не хочет слазить, боится, наверное. Так, ладно, давайте берем, застраиваем все вот так, опа. Ой, ребята, я слышу то, что там блоки вот так берут и подкрабываются ко мне. Так, ну, ребят, давайте сейчас сделаем освещение, хоть какое-то освещение нам тут надо. Так, печки, верстаки, так, вот так ставим, бам, вот так, бам. Ребята, Рататуй, я тебя спасу. Так, ребята, нет, нас уничтожает, что делать-то? Боже мой.